так. Очень тихо сидел и внимательно слушал. Пульс размеренный, так. И самое страшное, что где-то под сердцем безмолвный, только в тоте рождался какой-то ужасающий гул. Замирало на миг все мне. Я тихо сидел, обращенный в себя. Я пытался все разглядеть, но внутри была лишь одна чернота. Там не на что было смотреть. Yeah.